34 дитячих пляцовки у Могилєві сьогодні добропорядкували під час городської програми «Утульний двор». Щогод спеціально створені групи обслідують дворові території, складають спіс тих, де добропорядкування терміново необхідно. Причому комунальні служби зауважають, у їх компетенції тільки фарбовка і ремонт інвентару. Нове обсталювання за кошт жихаров. Вот эту вот фигуру мы поставили и сделали из бута. То есть никогда нельзя было бы сказать, что это просто обычные кирпичи. То есть наши мастера сделали вот такую красивую фигуру. Справа рук майстра Ужео одразу притягивает увагу. Двор по улице Вишневецкого 10 уже у 13 решили поделить на две зоны. Отпочинку с интересными архитектурными формами и спортивную с обновленными турниками и каруселями. Инвентарь пофарбовали, подремонтовали. Отрымалось ярко и незвычайно. А этой дитячей пляцовки по улице Якубовского пару месяцев тому у вогуле не было. Просто дворовая территория. Каб молодым семьям с детьми было зручно бавить тут час, Жео створила утульный двор, причем с минимальными выдатками. Комунальные службы на початку лета пройшлися по дворовых территориях, склали спис, где добропорядкование терминово необходимо. У 6-м ЖЭУ, додаток до уже існуючих, что год створают по одной новой пляцовце, причем все со сподручного материала. Приобретение любых новых либо дополнительных элементов детского игрового и спортивного оборудования только за счет средств жильцов, например. Бюджетные средства на данные цели расходоваться не могут. Там, где детское игровое и спортивное оборудование пришло в негодность, там мы уже обязаны его отремонтировать и подготовить к эксплуатации. Доведаться, ти чакае добропорядкування ваш двор, можно у ЖЭУ своего района. Меж тем, инициативные могилевчане не чекают списов, а разом с ЖЭУ добропорядковывают свои дворы. Так, на Ярославской 15 у весь инвентарь набыли те изробили сами жихары, а ЖЭУ его установила. Мальчики, ну что вам здесь нравится, расскажите. Горка, этот трактор. Мне домик нравится. И домик. И редко сейчас в наше время родители проявляют инициативу и стараются что-то за свои деньги приобрести. Все надеются на ЖЭУ, на государство. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Виталь Вопсю. Новин регион.